Привет, я Дима Движ. Сегодня 11 марта 2022 года. Мы находимся в центре Москвы, и я расскажу вам про тренажер Jari Bike. Это эллиптический аватар. Он состоит, как видно, из двух колес, двух ручных рычагов и двух педалей. Все это двигается как обыкновенный эллиптический тренажер в тренажерном зале, только за счет реализации привода при помощи цепей на нем можно рассекать по парку или набережной. Ну что сказать, это эллиптический аватар. Его суть в эллиптическом движении ног, и параллельно с этим, естественно, двигается вверх тело, руки. Все это дает возможность осуществлять полноценную тренировку без вреда для суставов. Сейчас я расскажу вам об основных конструкционных особенностях. Ну, прежде всего, всех очень беспокоит это вот тормоза. У нас стоят дисковые тормоза на тросиках. В свое время мы использовали гидравлику, но перешли на систему с тросиками. Это также надежно, и получается их лучше скомпоновать. Тормоза дисковые, как мы видим. Колеса – это следующая, наверное, важная особенность. Колеса двигаются вперед-назад, что позволяет человеку постоянно находиться как бы в движении. При этом, так как колеса через педали связаны с ручными рычагами, через систему рычагов, то ноги и руки работают синхронно и гармонично. Для простоты покажу работу тренажера. Чтобы поехать на нем, нужно одну ногу поставить вперед и перенести на нее центр тяжести. Тренажер поедет. Никаких усилий для этого делать не надо. При движении тренируются все группы мышц. Идет нагрузка не только на ноги, но также и на верхнюю часть тела. Все работает. Это очень полезно для сердечной системы. Мы создаем этот тренажер с 2014 года, когда я всерьез занялся вопросом, о котором много раз дед рассказывал во время застолий, как в 60-е годы он на Байконуре сделал для поручения Королева тренажер для реабилитации космонавтов. Тренажер прошел испытания в реабилитационном центре города Зеленограда. Это государственное предприятие. Более подробную информацию о его работе вы можете получить на нашем сайте. Ссылку мы оставим в описании. Хочу сказать, что основное направление развития, которое мы сейчас рассматриваем, это предоставление их в шеринг, для того, чтобы человек мог 3-4 раза в неделю прогуляться в парке, выдержать определенную пульсовую зону, потренироваться. При этом мы также предлагаем услуги онлайн-тренеров сопровождения, для того, чтобы начинающий человек не потерялся и тренировки принесли бы ему действительно здоровье.